Доброе время суток, уважаемые моделисты! Позвольте вам представить обзор содержимого коробки новинки от российской фирмы «Звезда», пассажирский авиалайнер А350-1000 в 144 масштабе. Давайте посмотрим, что находится внутри, здесь, в данной коробке. Огромная коробка, очень длинная, большого размера, новинка фирмы «Звезда», 144 масштаб. Европейский пассажирский авиалайнер Airbus A350-1000. Первый Airbus 1000 был представлен в июле 2016 года на заводе Airbus, соответственно. Это самая большая модель из семейства 350. Их может перевозить до 350 пассажиров в трех классах комфортности. Максимальная дальность полета 14 800 километров. Длина собранной модели будет составлять 51,3 см. Количество деталей в наборе 132 штуки. Ну, давайте откроем коробку и посмотрим, что там внутри. Итак, начнем с фюзеляжа самолета. Размеры впечатляющие. По истории создания... Ну, вернее, даже не по истории, по характеристикам могу сказать, что площадь крыла данного самолета, данной модификации этого самолета увеличена на 4% с модификациями 800 или 900. Имеет трехосные основные стойки шасси, как у Боинга 37. Самолет данный впервые поднялся в воздух 24 ноября 2016 года. Первым эксплуатантом стала компания Qatar Airways. Фотографии ледников в хорошем качестве можете посмотреть в конце данного ролика. Собственно говоря, как обычно, переходим к крылу. Крыло состоит из трех частей. Хорошая глубокая расшивка будет хорошо выделять, кто выделяет на гражданских авиалайнерах. Ну, небольшое количество деталей в наборе, как я сказал, 132 штуки. Ледник, стойки шасси, сами шасси. И еще один большой ледник. Двигатели. Следы толкателей находятся в невидимых частях самолета. Модели, вернее. Также в комплект входит подставка. Два листа декалей. Это заводская ливрея, как вы понимаете. И инструкция. Выглядит она вот так, черно-белая, с описанием прототипа самолета на двух языках, русском и английском. Сборка, содержимое набора в конце четвертой страницы и цветной вкладыш по окрасу данной модели. Краски данные под фирму «Звезда» и «Тамия». Артикул модели 7020. Приобрести данную модель вы можете уже сейчас на нашем сайте itermodelist.ru. А я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам не жалко. Увидимся, услышимся. Пока-пока.